Dire Team Ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Na'vi's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ban. Na'vi's turn to pick. Ну что, ребят, возвращаемся мы в прямой эфире. Будем с вами смотреть игру, которую мы еще год назад называли «Эль Классико». Сейчас «Эль Классико» называем время. Другую игру. Но в любом случае, это СНГ-классика. Скажем так, действительно классическое противостояние. Na'vi Empire, команды, которые друг друга задолбали очень сильно. И продолжим, наверное, задолбать прямо сейчас. Empire на данный момент находится, выйдем, немножко повыше, чем Na'vi. Но в первую очередь, потому что сыграли на 6 матчей больше. 6 побед, 4 поражения. Ну и эта игра, в принципе, станет, наверное, для Empire вот краеугольным камнем. Потому что дальше у них соперники, в принципе, остались более-менее послабее. И сверхсерьезных никого уже не будет. Если здесь проиграет, то с 5 поражениями уже, наверное, надеяться на выход будет очень-очень глупо. Ну, Na'vi 3-1. Не то, чтобы глупо, но да, проблемно будет, действительно, посмотрим. Если просто сейчас имперцы выиграют, то у них вообще все становится очень классно. Да. В этом плане. Ну, опять же, это мы выясним буквально через минут 40, 15. Я думаю. 15. И сразу по пикам определят, типа, все. Да, да. Сразу КГВП. Скажем, что, собственно, в начале самой трансляции мы, когда с Факером на превью сидели, мы были правы. Действительно, нету хвоста. Не может он играть. Я не знаю, по каким причинам, но не может. У меня есть пара теорий, по каким причинам хвост не может играть. А почему? Почему хвост не может играть? Хвост обычно не может играть, потому что нету интернета. Нету интернета у него. Он не в состоянии... Мышку вообще держать. Он не в состоянии играть в такой патч голимый. Конечно. Нервов не хватает после ночи Хардстоуна. Именно так. Именно Хардстоуна ночи. Так вот, заменяет его известный вам игрок бывшей команды довольно многих команд, в частности, участник двух интернешнлов. На первом интернешнле он играл за ОК Нирвана Инт. На втором интернешнле он играл за команду CLG Gaming. Доминик, я не помню, блин, извините, как его фамилия, Лакост, хорват, да. Наш любимый Лакости, в роли стендына, собственно, врывается. Я, на самом деле, был удивлен, увидев Лакоста, он вроде как нигде не появлялся. Не, он у меня в друзьях просто есть в стиме, он очень много катает. Ну, катает он много, да, у меня тоже где-то там висит, но, типа, опять же, именно на профессиональной сцене я его уже давненько не видел. Да, да. Ну, посмотрим. Ладно, Resolution, Mac, Fly, OneScore и Silent, опять-таки, продолжаем агитировать вас, чтобы вы голосовали за наших парней на gusugamers.net в голосовании. Там можно проголосовать и за Дэнди как лучшего мидера, и за Сашку как лучшего фармила. Кстати, там Сашка также у нас в категории most... как же там категория? Не помню, как называется. То есть игрок, который вырос в скилле за год больше всего. Да-да-да. Было такое. Самый, типа, да, быстрый рост. Да-да-да. Ну, хвост там тоже. Так что голосуйте везде за наших. Зеленый вообще хвост. Да-да-да. Ну, и за OneScore голосуйте как за лучшего. Не, ну, в начале года у него уже четверочка была, правильно? Да-да. Ну, так там его такие тролли. Ты сейчас-то подрос немножечко, наверное. Подрос же, да, с четырех уже там, хотя бы, да, 4 с плюсом. Было очень смешно наблюдать о том, как хвост абсолютно полным, серьезным лицом подошел к Люминусу и к Мерлине на MLG. И такой, ребят, ну, типа, вы вообще нормальные? Вот четверку мне поставили. И
ну, хвост абсолютно полный, серьез. Ну, такой, да, именно серьезный. Да, с бутылкой серьезный. Воды там такой. И видно, что чувак просто чуть не лопает со смеху, а пацаны давай отмазываться оба, там друг-то перед другом. Типа, брат, извини, друг, вообще что-то затупили, черт попутал, больше так не будет. Так далее. Ну, нормально. В любом случае, здесь хвоста нема. Так вот, да, голосуйте за наших, конечно, ну, во всех категориях. Наверное, кроме категории худшая команда, потому что там есть Virtus.pro в этой категории. Я, кстати, да, отмечал уже наличие команды Virtus.pro. Там не худшая, там разочарование года. Да, разочарование года. Ну, разочарование довольно много. LGD, например. Ты так, типа, уводишь удар от Virtus.pro, да? Да не надо голосовать за Virtus.pro, чё. Ну, они-то хоть попали на International, в отличие от многих других команд. Типа Mouse Sports, которые даже на International не попали. Да, но Mouse Sports сейчас они так что-то как-то странно играют. Что-то как-то да. Так, ну вот я смотрю, у имперцев уже есть Патма, Shadow Demon. Ну, у них уже есть план Капкан. Туда остается добрать только Сларка, и все. Изи-изи. Изи-катка. Да, кстати, вот Сларк еще можно добрать. Ну, и парни умеют играть с Сларком. Мы-то это знаем. А ты откуда это знаешь? Я вообще все знаю. Ну, естественно, я тупо угадываю, но что-то не кажется. Ну, посмотрим, что Нави будут брать, пока Elder Titan и Crystal Maiden, как они будут играть вообще в отсутствие хвоста, будут ли меняться роли, будет ли Фаник идти на кэрри, а Lacoste в оффлейне. Ну, мы знаем, что Фаник на кэрри, в принципе, играл. Ну, да, он как бы изначально профилировался как кэрри. Пока его Ванька артстайл не посадил на веспа. Да. Сказал, не, брат, ты будешь бегать за мной. В атаку. Покупать мне варды, да, все нормально. И смоуки. Третий пик. Дэнди чем будет играть? Пока еще не понятно. ЦМ-ка Соломит. Ну, не против Дэнди забанили Деваура, Пака, против Фаника, по сути, забанили. Ну, забанили всех героев. Чен не в бане, да? Чен не в бане. Ну, Чен не в бане, но не думаю, что сейчас мы увидим этого Чена. Не, Чена мы увидим в конце. Ну, то есть, если его, конечно, Эмпайр оставили. Это Луна для товарища Фаника. Мы видели, опять-таки, на Дрим Лиге в финале лузеров против... Альянс, да. Вы видели Фаника на Луне? Или даже в гранд-финале? Да, в гранд-финале даже он против Фнатика играл на Луне. Я даже не помню. Да, Никсоса в сентябре от Империи, ну и ждем четвертый пик от Нави. Ну, мне нравится, кстати, герой. О, Тринт Протект. Охренеть. Чувствую, Лакоста посадят на Тринта. Чувствую, Габлак там такой сидит, так и воу-воу-воу-воу, пацаны, типа, мы следующие, вы чё, куда? Какой Тринт Протектор, а? Давайте вот это вот не будем. Сразу там уже проверяет свою карту на запатентованного уже Тринт Протектора. Так, подожди, Тринт Протектор только у меня в колоде был. Что за фигня? Пятые баны. Остался у нас, собственно, соломит-герой для Нави, ну и остался соломит-герой для Empire. Хотя, в принципе, Алхимик может спокойно пойти в мид. А может и не пойти. Да... По линиям тут все по-разному абсолютно может быть. И Никс может в мид пойти, и Патма, Шаду Демон могут в мид пойти, и Алхимик может в мид пойти. Все что угодно может пойти в мид. Точно так же, как можно и... Можно вообще в мид не пойти. Да. Можно вообще в мид не ходить, да, например, отдать мид. Кстати, интересная идея. Интересно, кто-то когда-то тестил? Я помню, когда китайцы в пятером в чужой лес сразу пошли. Тремя аурами. Ну, нормально еще. С базилкой. Ходили, дрались. Было весело. Так, ну последний бан. Не хватает у нас соломидера, судя по всему, у Нави. И сейчас мы увидим Сларка в бане. Вау. Ну вот, я думал, сами Empire его могут там добрать, этого пацана в самом начале, да, и поставить. Ну, тогда было бы непонятно, как линии посадить. Хотя, что непонятного? Никс, Shadow Demon, Сларк, потму в сложную алхимика в мид, или потму в мид алхимика сложную, ну, скорее алхимика в мид. Ну, сложную, и со Сларком это было бы очень круто, но мы видим, Empire не рискнули. Но Нави забанили Бристлбека. Да, модный нынче герой, в принципе, как и Сларк. Почему модный? Потому что им ничего не меняли, но их почему-то стали брать. Да, Сларку не так давно бафнули немножко, скажем, ульту. Ну, с одной стороны, бафнули, с другой стороны, типа, понерфили, да, потому что увеличили кулдаун очень сильно. Но, с другой стороны, добавили то, что теперь его вообще ничем нельзя просветить. Это очень круто. 10 seconds remaining. Так что, да, Сларк неприятный такой товарищ. Ну, посмотрим. Минимум 40 секунд остается всего-навсего сейчас у Empire на то, чтобы решиться, что у них будет ласт пиком. И это Enigma для Флайера. Окей. Алхимик мид. Enigma в сложную. Или... Или что? Или как? Или где? Да, нюкс в мид. Подмашет у демон. Нюкс в мид. Сложная, да. Enigma лес. Алхимик. Ну, просто против нюкса сейчас можно взять что-то очень хорошее.
Сейчас посмотрим, что там будет. Ну, нюкс вообще, конечно, неплох, но только тогда, когда там у врага есть какой-то бетрайдер условный, да? Здесь нет никакого бетрайдера. Есть... Вообще еще никого нет, вот в чем дело. Сейчас посмотрим, что возьмет Пупей, то есть как он будет считать, кто все-таки пойдет мид, в мид, против кого лучше взять героя и какого героя конкретно. Сейчас мы и увидим. Да, пока что как раз не хватает этого товарища. Процент 90 это алхимик мид. Ну да, да, как бы я не спорю, потому что может быть всякое. Это еще раз профи. Такой. Окей. Деревянный пик. Окей. Интересно, ладно, Фаникс играет на Луне, Пупес играет на Трынке, на ЦМке сыграет Лакос, Дэнди будет играть на Элдер Китане. Дальше на алхимике будет в миде. И вот решает сейчас Лакосты с Куроки, кто на ком. Куроки ну, говорит, камень, ножницы, бумага там. Куроки говорит, дайте мне покатать на этом Фурионе. Ну, все-таки Лакост у нас катает на Фурионе. Да. Ну и начинаем смотреть. Дэнди на Элдер Титане. Пупей на Тринке пошел уже ставить варды. Лакост на Фурионе. Куро играет на Кристал Мейден. С интересными такими, опять-таки... вещичками. Да, прикольный, кстати, сет немного отличает от дефолтной CM-ки. Цветовая гамма немного изменилась, да, больше таких серых тонов. Hello from Cambridge, нам пишут. 1.19 на Na'Vi, 3.59 на Empire. 75% на Dota 2 Lounge вы, собственно, с ваших рарочек доверяли команде Na'Vi. Ну и в чате мы видим 78/22. Все верят в Na'Vi, и всем пофиг на отсутствие хвоста. Да, именно так. Причем заранее предупреждали на превьюшечке, да, что скорее всего будет стендин. Не рискуйте. Ну, опять-таки, Факер сказал, что если будет стендин, то шансов у Na'Vi больше, чем без стендина. Не, ну если да, с тем хвостом, который я подозреваю сейчас, не способен играть. Да, потому что всю ночь в Хардстоун катал, как бы. Да, очень устал. Нервничал очень сильно. Именно так. Так. Ладно, если честно, мы не знаем, почему Хвост не играет. Мы предполагаем, но мы не знаем. У Фаника нету новых волос на Луну. Что вообще за фигня? У Фаника нету? Подготовился. Ребят, подгоните Фанику новые волосы на Луну. Что это за фигня? Как это Фаник может играть вообще без ни одной шмотки? Я вообще не понимаю, мне кажется. Это же просто для Фаника просто обидно, наверное. Как раз у кого, да, у Фаника там нормально шмоточки. В принципе, как и у всех, Na'Vi стоит отметить. Это дрочер знатенький, скажем так. Они там с хвостом на пару. Да-да, кто кого. Так, ну что? Кур отправляется вниз, мы едем. Пупей, понятное дело, здесь будет тусоваться в лесах. Кстати, куда все его деньги делись? А вот бегут к нему все его деньги в виде Квиллинг Блейда и Стаут Шилда. Ну, это и Пупей будет такое себе лесное дерево. Удивительно. Лесное дерево, прям как Удав сказал. Прям да. Лесное дерево. Неожиданность. Все нормально. Энд такой себе. Я просто вчера болел и пересмотрел все три части «Властелина колец». Я вот только хотел спросить, что там «Властелинчик». Так, ну, проблема сейчас у Лакос на топе, закрывает его сейчас ванскор. И хорошо Лакос закрывал себя от стрелы, и мы видим, за счет этого уходит. Да, точно четко здесь сыграл как раз таки хорватский стендинг команды Na'Vi. Легионер, да. Не дал себя убить. Вообще, это похвальное качество для игрока вообще. Лакос вообще толковый, катала такой. Он известен тем, что он очень часто, как бы, хоть он русский язык, в принципе, не знает, вот 17 раз встречали, 13-4 в пользу Na'Vi. Но вот, например, на том же втором интернешнле, где были Дарера, где были Москва-5, где были Na'Vi, да, то есть хватало наших игроков, и там постоянные были карточные поединки, там, да, в гостинице, грубо говоря. Так вот, Лакоста выделялся тем, что он как раз-таки не с ребятами со своей командой тусовался, а как раз-таки с Дарерами и с Na'Vi. Сыграл с ними в карты, мы там все вместе играли, как бы это довольно странно было, потому что все разговаривали по-русски, Лакост сидел, слушал и понимал даже, что там может быть. Он как собака, да, все понимал, но ничего ответить не мог. Да, он всегда говорил, он как Куроки, да, нет, черепаха, привет, и так далее. Так, ну сейчас смотрю, у нас чем-то занимается Резолюшн. У Резолюшна 5-0, у Дэнди 10-2. Крепстат, да, Дэнди тут нормально пока стоит. Да, вот это самое противостояние Дэнди против Резолюшна, про которое много кто говорил, началось оно еще вот опять-таки ровно год назад на Asus Final Battle of the Year, который здесь был в арене, последний Asus в истории. Ну и тогда, вы помните, эти ребята встретились в матче за третье место. Они еще в группе встречались. Да, они в группе встречались, в том матче за третье место. И там Дэнди уже тогда сказал, что... Что крутой там пацан на миде катает.
у команды, как же там, взрыв пакеты команда что-то называлась, да, взрыв пакеты. Название. Да, это ж, опять-таки, это ж был Йол, по-моему, не? Fly вроде или... Ну, Fly был, Resolution, Йол, по-моему, еще кто-то. Йол, БЗЗ, да-да-да, вот я, это я точно не помню, кто там был. Я помню, что был Fly, был Resolution. Да-да-да. Ну, веселая была команда. Но вот за год Resolution стал немножко поизвестнее. И, может быть, играть даже лучше начал. Но хотя, опять-таки, ходят разные разговоры, да, и иногда мы соглашаемся, иногда нет, с тем, что, может быть, Resolution немножечко и подсдал. В том плане, что он начал играть в командах с более-менее известными персонажами, и... на него как бы там уже давят авторитетом. Да, давят авторитетом морально. Вот, сразу я вспоминаю, скажем, если кто когда-то следил за КСом, когда собиралась команда Na'Vi, она собиралась из тех ребят, которые в своей команде особо, скажем, звезд не хватали. Тот же Маркелов, который постоянно был на подхвате в Ашерах, кажется, я уже не помню. Да, ТТС, потом Ашерах. Да. И которому просто потом дали АВП, и который начал уничтожать всю планету. Давай, братан, да, Скирчей Старикса, собственно, забрали вместе с Сеней. То есть, если до этого ему банально не давали роль, то есть, тут, скажем, ситуация была наоборот, да, ровно. То есть, до этого он особо не блистал, но потом ему дали нормальную ответственную роль, и он начал стрелять и отлично себя демонстрирует. И сейчас, возможно, да, как-то авторитетом давят. Возможно, не дают делать всего того, чего он хочет делать. И так далее. Ну, посмотрим. Можно молодое время еще есть. С самим Ромой как-то выяснить. Братан, во что ты тревожишься? За рюмочкой этом, чая. Вы хотите об этом поговорить? Да, и, конечно же, за рюмочкой чая. Больше ничего нельзя. В любом. Как ни крути. Да. А то еще за спаивание посадят. Конечно. 0-0 по-прежнему счет у нас в матче на Na'Vi Empire, и пока тишина, спокойствие, Дэнди Мит по-прежнему, по-прежнему выигрывает ванскора! Минус Лакост, ну на этот раз, собственно, попал стрелой, а Silent не смог себя Лакост закрыть пеньками, и ванскор мы видим вместе с Silent'ом соображает First Blood, который мы благополучно с вами пропустили. Тут я смотрю у нас, так, хватит уже. Каждый день. Я не всегда пропускаю ФБ. Не, я каждый день. Ну, то есть, я же не спорю. Признак мастерства. Я же и не спорю. То есть, как бы, поэтому покупайте билеты в Dota 2 ТВ. Ребят. Ставьте автокамеру, и вы не будете пропускать. Да, ФБ. Да. Это факт. Кстати, в миде Resolution против Dendy продолжает драться. Resolution 20 на 3, у Dendy 25 на 6. То есть такими волнами ребята сейчас друг против друга стоят. То лучше, то хуже. И посмотрим, чем это все закончится. Да. Ну. В любом случае, дела идут неплохо и у одного, и у другого игрока. Появляются фейзы Резолюшена. Ранний высокий левел у Алхимика, это, по-моему, поважнее, чем у Элдер Тайтлана. Ну, будет тут у Элдер Тайтлана там 11 левел, да? И что? Такое. Все еще зависит от Алхимика. Пойдет он драться или не пойдет драться. Ух ты! 9-1 у Пупея на Тарпатке почти габлак. Интересно. 586 секунд за игру. Выхиливает 3200 83, это в перемешку, да, здоровье. Но мека там нормально, кстати, выхиливает. Мне тоже интересно, кстати, узнать, допустим, статистику по меке вообще, сколько она за игру лечит урона. Это было бы достаточно любопытным моментом. Резолюшн забирает еще одну руну, и это опять-таки ДД. На 4-й минуте он забрал. Забирает сейчас на 6-й минуте. Ну, тут все очень четко у товарища Романа. 6-й левел у него. 27 на 3 крипстат. У Дэнди 31 на 7. 7-й левел. Очень-очень близко идут сейчас 2 соломидера. 4-й Пупей. Куроки тоже 4-й на Кристал Мейден. Есть тапок 600 голды. Ну и Фаник снизу 38 на 26. Ну вот тут Фаник закликивает до смерти просто крипов. Так, там у нас выход сейчас на Дэндика в центре. Да, и тут на нем проклятие. Много всего висит. Очень быстро его срезают. Еще и Блэк Холл. Хороший блэкхол, засосали. Здесь еще и Куроки, еще тычечка. Это минус 2. Отлично играет Empire. Опять-таки Флай не пожалел давать блэкхол и абсолютно все правильно сделал. Куроки уже не успевал отменить. И два фрага делает Empire на ровном месте. Ну, не на ровном месте. Отличный ганг. Первый ганг, по сути, от имперцев. Потому что, ну, то, что было на топе, по сути, не ганг. По сути, просто выход на линию. Ну и опять-таки, фанскор, левел 5. Shadow Demon, все отлично. 3-0. Ну да, по-прежнему есть Луна, который фармит. Ну там же Патма тоже фармит. И не хуже. 40 на 27, 42 на 29. Там Silent и Fnatic решили просто... Да, что-то да, мастерство крип-контроля показывают сейчас оба этих товарища. Все рекорды по Динаю побить. Да. Там на топе, точнее не на топе, внизу на мага выехала у нас
Луна, и тут теперь уже у Фаника самого проблемы, да, там Алхимик, но тут есть Вижн, да, там стоял Вард, ульт от Алхимика, тут еще подходит Андрей Мак Чепенко, и это фраг. Вот так вот, да, вот так вот, и 4-0. Мы можем посмотреть повтор Фрестблада, что ли, да, вот сейчас будет повтор Фрестблада, вот вы видите на ваших экранах, как это произошло, вот так вот, собственно, ловят, ага, ну, понятно, дело не было, просто пеньку, стрела пролетает, станет, собственно, ну, хоть она и пролетела, но она застанила, и Старштормом, мать его за ногу, это Старшторм. Старшторм. Да, зарабатывает первый фраг. Импайм. В любом случае 4-0 уже счет. Ух ты, у нас реплей есть. Нанотехнологии. Наконец-то. Так, на топе у нас стоит Рунка. Забирает ее все-таки Флайт. Была руна инвиза. Дэнди, я думаю, должен был спалить. Да, ПТ появляется у Дэнди. У Резолюшна, мы знаем, тапок уже давно достаточно есть. А Резолюшн себе сразу бустер принес. Вот так вот. Серьезно. Да-да-да, действительно неплохая заявочка. Долго воды не лил. Тут все, все очень серьезно у Резолюшна. И Энигма там, кстати, в меку выходит. Причем так очень уверен. Тут две запчасти на меку уже есть. Там осталось немножко на рецептах оботить, и будет уже оффлая. Элитненько начинает Эмпайр. 4-0, и у них все очень хорошо. Там маг настолько жесткий, что карапасями люсент бимы Фаника отражает. Охренеть. Да-да-да. Ну, это же вы знаете, друг против друга стоят два пацана. Они, у них еще там такой стандартный, вот как раз таки инфа для тебя, 367 средний мек выхиливает за игру. 26 раз, ну это на дереве, понимаю. Ну потому что туда цифры те же самые. Так вот, эти два пацана занялись таким серьезным трэш-током еще в... А, нет, да, вообще понятно. А трэш-током еще в лобби друг друга там посылали, вы же знаете, Фаник. Ну, конечно, это же. Всегда писал follow mag, ну и... Ну, все всегда follow mag с нижним подчеркиванием, друзья. Да-да-да. Мидас попасть на Silent на Патми, а после ПТ и Базилки. Интересное решение, да, опять-таки. Да, ну, Фаник будет играть через Доминатор, я так понимаю, как только он его соберет, начнет сразу доминировать крипов и стакать себе Энчентов, скорее всего. Ну, это да. Самое логичное, что можно сделать на Луне. Ну, а может быть план такой, что при наличии дерева, при наличии Луны и Фуриона и очень раннего четвертого Natural Order будет пытаться Нави как-то драться вот с минуты 10 по 20, причем очень активно драться, потому что они могут это делать. Ну, может быть, посмотрим. Как бы Луна, минус армор от Дэндика, и пеньки, и ливень армор, и прочая хрень, так что, ну, могут придумать. Но что, чем могут ответить на это Empire? Да ничем, тупо дэмэджем, потому что у них все есть. Все, что надо, есть. Отличные два саппорта. Есть алхимик 9 левел, который забирает по-прежнему абсолютно все руны. Так, Патма. Смотри, там ульта. Да, ульта от Патмы и... Отлично здесь Куроки сыграл. Просто разбивает хасту. Прямо из-под носа у Резолюшена. И Резолюшен накручивает. Да-да-да, там Дэндика поймали в миде. Не знаю, успеет ли Резолюшен. Да. Кажется, он успевает. И да. По твоим! Отличный блэкхол сейчас от Флая. Вот это да! Второй же отличный блэкхол в исполнении Флая. Это... Ну, Энигма сейчас офигенная. Реально офигенная. Уже спри с даблкиллом. То есть бабла сейчас должно быть неплохо. Опыта тоже очень много. В Курьере там же что-то летит. Это летит к Флаю. Мека летит к Флаю. Знаешь, мы иногда видим Энигму, которые за игру могут вообще ни одного блэкхола не кастовать. Да, и пока момент... 10 секунд, да, 40 да. минут. А тут просто шикарно все делает, собственно. Андрюша. И сейчас китайцы такие смотрят игру. Вот это читак вообще. Вот скоро чуть не умер. Нормально, мне как раз вовремя прилетело. Как вообще играет эта Энигма? Что за пустая трата маны? Он же мог еще и Далонов вызвать. Да. БКБ. Из лесу ушел, потерял кучу фарма. Днарь. Не и очень. Так далее, так, да. Кстати, телепорт. Один и второй сразу сюда на Фаника. И раскастовывается Резолюшен. Фаник получает стан. Фулл ХП как не было. Тут же Ливинг Армор пытается Фаника посейвить. Нет, тут Фаник никуда не уйдет. Боже, как четко играют парни из Empire. Имперцы просто разрывают. Реально разрывают. Слушай, 0-7, между прочим, стоит отметить. Да, это 12-я минута игры. Графики. 5000 ведут Empire. По XP 7000 ведут Empire. Воу-воу-воу. Знаешь, так... Чувствуешь вот... Да, чувствую. Чем это? Пригоревшими пуканами попахивает. По-моему, стульчики горят, да. Да. Бывает. Вот это да, вот это матч. Фурион приобретает тем временем также Мидас. Ну и у Алхимика мы видим выход в БКБ намечается.
Нотбат. Рейли нотбат. Дэнди 0-2. Давайте по остальным глянем. Куро 0-1, Дэнди 0-2, Фаник 0-2, 0-1 Пупей, 0-1 Лакост. Ну вот и 1-0 ванскор, 3-0-0. Давай, ну ванскор 5 ассистов. Опять-таки, смотри, что творит Флай. Флай уже заходит в спину сюда. Пупей, ну Пупей здесь умирает. Флай тупо по тавер должен идти, не? 6.78, золотая эра. Это если был пикнут 305 раз. 6.79, 19 раз. 6.70, 46. 6.76, 1 раз. Все было пикнуто. Это дерево, это давным-давно. Это еще времена второго интернешнала, когда вообще никто это дерево не брал. А потом пришел Габлак и сказал, уу, пацаны. Тут есть герой дерево. Такой, короче, да. Классный один. Говорят, вообще офигенный. Только Living Armor надо, чтобы на варды. Блин, до сих пор жалеешь, что, кстати, этого... Знаешь, Габлак напоминает депутатов у нас из, там, ну, и наших, и российских, которые продвигают, знаешь, всякие там лоббист, законы. Лоббист, просто лоббист. Да-да-да, вот чтобы себе больше выгоды было. Там, можно еще, чтобы Living Armor AOE был, например. Да, вот то, что надо, по всем прям работал. Да-да-да, а ты просто жмешь одну кнопку, и на всем Living Armor. На вышках, на героях, на крипах, на вардах, вообще на все. Прям как комник, только на всю карту. Да-да-да-да. Вообще идеально, по-моему. Я время... считаю, это отличный скилл был. Напиши, Строго, я думаю, поражу тебя. Я могу тоже с него поражать по многим случаям. Не, ну это понятно. Кстати, Нави пытается что-то придумать. Зашел Пупей на хайграунд, получает стан от Флая. Флай немножко отошел. Флай через 15 секунд будет новый Black Call. Кстати, после глифа можно в миде будет подраться, если где-то там Флай засосет троих-четверых и резолюшн туда даст стан. Это же вы понимаете, что будет ГГВП 12-0. Ну или не будет. Не, Нави не хотят драться, Нави понимает, что стрёмно, не понимает, что откуда Анилс. Также Black Hole, понятное дело, что какой-то в мозгу тайминг у них на это есть. Но вообще не только в мозгу, я не один раз слышал, когда тайминги на Tidehunter ульт, на Enigma ульт озвучиваются. В принципе, не так тяжело их считать, как бы, да? Ну да, да, да. 200, я 180, вот 100, ну 190-180. Подумал, вот Дэнди обычно, да, он отличается агрессивной игрой. Как можно агрессировать на Элдер Титане? Ну, ему, я думаю, Дэнди сейчас недоволен больше всех, потому что ему дали Элдер Титана, героя, которому, в принципе, ну что, он, вот так вот он может сделать. Смотри, смотри, смотри. И крипов дольше месить. И все. А, мы как раз общались на EMS немного с Дэнди, и он был в восторге от драфта в последнее время. Да. То есть, понимаешь, ему дают... полезных героев. Да, да, ему сначала, например, Dragon Knight. Да. Вот любимый его герой. Один из самых ненавидит Дэнди Dragon Knight, а если кто не понимает сарказма, просто да, да, ненавидит. Да. Потом ему, чему ему только не давали, всякие опять же. Пупей снизу. Living Armor на себя. Резолюшн начинает сбивать. Здесь же маг, хорошо, Пупей утонул. А почему никто не степешился? Почему никто не степешился? Могли бы убивать и одного, и второго. Миссандерстендинг. Да, и не было ТП. Тоже такое бывает. Ну, у Дэнди, правда, было ТП, но что бы здесь сделал Дэнди? Ну, у ЦМ-ки ТП не было, например. Фурион бы прилетел, может быть. Луна тоже без ТП, да. Ну, тут, в принципе, без вариантов. Ладно, варианты такие, да. Ну, поймали, все-таки Пупей, там залетает, и маг вместе с Резолюшном зажимает. Все-таки капитан команды Импа... Так, надо знать, это 8-0. 8-0! Так, ну что, будет ли... Фаник убил тем временем Сайлента, как-то там соло. Сайлент что-то решил побыковать, да, он попал стрелой по Фанику, и тут же, собственно, был за это отмщен довольно серьезно. Резолюшн, стан Куроки, Куроки минус. Так, да, Куроки, Куроки приехал. Ну, 9-1 счет, да, есть один фраг, который, опять-таки, из-за ошибки Сайлента был в первую очередь сделан, но для фаната, наверное, будет приятно все то, что Тауэр здесь упал, правда, заденайл его Нюкс Ассасин. И Рошана под этой парой графики. 8000 денег, 7500 экспы. Просто Эмпайр наносит не ответный, правда, удар, а ну, просто удар. Они сразу, да, валят сходу, не дают возможности, например, как тот же Дред. Обычно любят отдать сначала 10 тысяч, а потом тащить. Не. А, хотя тут-то еще 10 тысяч не... Смотри, Дэнди в инвизе. Дэнди в инвизе, какой важный момент. И просветок никаких нету. Дэнди, а почему не пошел? Арроу. Боялся. Сюда полетел. Дэнди. Забоялся. Он мог украсть. Он мог украсть. Кстати, там, погоди, там стрела была от Сайлента очень жесткая. Как раз вот в момент убийства Рошана она пролетала сквозь. Ну, если вдруг кто-то будет воровать. Да, да, да. Вот, так что вот, тут все четко прочитали в этом моменте. Ну и Нюкс покупает себе Dagger. Вот это да. Да, маг сейчас Dagger. Какие же огромные проблемы сейчас у Нави. Ё-моё. Резолюшн тем временем по чуть-чуть собирал кучу разных артефактов. Сначала какую-то Тараску начал собирать, потом БКБ, потом Кирасу. В итоге собрал Magic Wand. Ну, непонятно, что у него первым, собственно, появится в этом всем наборе. Потому что Magic Wand как-то, который сейчас считаешь, ну, это, наверное, лишний был Magic Wand. Не очень пишется. Ладно, Фурион там собирает. Там за Фурионом выехал Сайлент.
Silent. Привет. Прыжок. Ну да, кстати, и не попадает здесь стрелой, но начинает расстреливать. Ну, рядом уже Ваня Скороход, да, и проблемы огромные здесь у Лакоста, его проклинают, и, понятное дело, здесь Лакост отправляется зимовать. 10-1. А, что я могу вам сказать, друзья? Вот я just said my mommy. По-моему, проблемы огромные у команды Na'Vi. Именно так. По-моему, да, и запах действительно стал еще больше. Тут уже вот прям не тлеющих, а таких. Да, 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 полыхающих. 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 Там писали уже, DX-рейсеры горят. Да, кстати, DX... когда наши DX-рейсеры будут гореть? Я не знаю, мне сказали, что их отправили. То есть, ну, это всегда приятно знать. Как они пойдут, ну, вот ребята из ESL Польша сказали, бро, тут уже от нас не зависит. И надеяться на то, что сработает. Там можно как-то отслеживать это? Может, можно. Надо бы задолбать на эту тему. Ну что тут, честно, настаканные Na'Vi спауны фармит Resolution. Фаник говорит ему за это спасибо. Тут ультимейт залетел от Дэнди. Слипи, Флай. Ультимейт также еще от Фаника. Можно здесь драться на команде. Да, нет, Флай на развороте просто дает ультимейт по Дэнди. Можно здесь же мат. Дэнди должны убивать. Сайлент едва живой спасает. Смотри, Дэнди действительно живучий. У него там огромный мувспид. Но Демоник Пурдж решает проблемы с Дэндимоном. Уроки разультил, но ему Никс также быстро объясняет, что цемочка не права, явно не права. И стан также по Лакосту. Лакосте пытается жить, но ну, там Левин Армор. Хотя Резолюшн рядом уже маки закрывает Лакост. И маг туда к ним, такую шведскую себе. Трипл килл делает маг. Адмирал Хадок зарабатывает. Причем Хадок именно. Да, ГГВ. ВП. 19 минут. Гадбл. Я не знаю, что тут еще можно добавить. Слушай. Я знаю только, что я не знаю, ленули еще экстримчики. Я просто хотел бы посмотреть еще раз ту последнюю драку. Мы сможем посмотреть через полторы минутки эту драку где-то, да, в повторе. Статист нас тоже. Наш товарищ статсмен тоже немножечко ошарашен результатом, исходом этого матча. Так вот, возвращаясь к нашему разговору в прошлые выходные с Флаем, когда он сказал, что ну, у нас уже 4 поражения, у нас там Na'Vi впереди, такие, ну, все, типа, приплыли, бай-бай миллион гривен, типа, ну, куда? Ты еще видишь, пока не бай-бай. Нифига, тут еще не бай-бай.